Пойдет, добром это не кончится. Совсем люди распустились. Каждый что вздумает, то и говорит. Разве это порядок? Разве это демократия? Вот раньше была настоящая демократия. Говори, что хочешь, но только хорошее, о достижениях. Да и то прежде посоветуйся с начальством. В последнее время наши женщины совершенно распустились. Из ума выжили. Болтают все, что им взбредет в голову. Особенно Майсара Азизовна. Вместо того, чтобы вести дом, ухаживать за мужем, именно, детьми, они критиковать лезут. И главное, кого? Самого вас. Если уж говорить откровенно, я боюсь, эта Майсара своим языком. Ой, сколько нам еще хлопот доставит. Ничего, ничего. Я еще доберусь до нее. Посмотрим, кто кого. Слава богу. Там еще меня ценят и уважают. С Майсарой-то вы справитесь. Стоит лучше вам подумать, как завлечь свои сети и овладеть потом обворожительной Айхон Инаятовой. А ведь лакомый кусочек. Птичка райская. Подумать только, какая фигура, какие ножки, а? Ах, и она еще с этим голодранцем, аспирантом гуляет. Не знает себе цену. Я бы ее озолотил всю. Одел бы у меха и шелк. А с ног до головы. Что вы расстраиваетесь? Это ничтожество нам не помеха. Он даже наших мизинцев не стоит. Что-что? Наших мизинцев. Ах ты, плутишка. И ты туда же. Ну что, как вы могли подумать? Это было бы непорядочно. Ну, конечно, в крайнем случае, только после вас, и при том, если вы будете не против. Это я так, к нашему разговору. Добрый вечер. Если помешал, извините. А, Досмат, проходи, проходи. Я на минутку. Ага. На два слова можно вас? Ну. Я под абрикосами вскопал, зелень и цветы полил. Завтра остальное все доделаю. Медленно работаешь, Досмат, медленно работаешь. Я же еще на службу хожу. А в субботу и воскресенье буду у вас с утра до вечера. У меня просьба к вам. Какая? 10 рублей. До получки не займете мне? Дома денег нет. Много тратишь. Семья-то у меня большая. На. Спасибо. Mm. Спасибо. Да. Что? Перед уходом вымоешь мою Волгу. Вымою. Не беспокойтесь. Сколько я помню, у Досматов всегда не хватает денег. Да разве честный инженер сможет прожить на зарплату? Конечно, нет.
Вечная память моему отцу, что он отдал меня в юридический. Видишь, как я живу? Что говорить, мудрым был ваш покойный папаша. Благодаря ему вы имеете возможность толковать законы по своему усмотрению, и все блага текут в ваш дом. Возможно. Будем здоровы. Ну где же жена с ее пловом? Это я в командировке купил, в Англии. Колокольчик. Используют его в суде. А я им вызываю свою жену. Очень удобно. Громко кричать не надо. О, вот они, суд. Спасибо. Спасибо, спасибо. Я вот о чем подумал. О чем? Если бы этот плов внесла красотка Айхон, было бы изумительно. Вот я тебе сейчас поставлю новую кассету. Ты такого еще не видел. Обалдеешь. Жили же люди в те времена. Кроме жен еще и гарем имели. И никто им ни слова. А тут всего единственной женой обзавелся. И развестись с ней неприлично. Тем более нам, при нашей должности. Ты посмотри, посмотри. Что она выделывает, а? Так вот, тогда женщины шелковые были и знали свое место. Раньше бы эта Айхон Инаятова рада была бы стать вашей наложницей. А сейчас хоть убейте, не уговоришь. Поверьте мне. Что бы там ни было, тогда все же порядок был. Да как ты смеешь? Ты что, не замечаешь наших всех достижений? Разве мы были бы тем, что мы есть сейчас? Разве наши деды, отцы, жены могли бы хоть мечтать так жить, как мы сейчас живем? Ты мне это брось! Возможно, в каком-то смысле раньше и лучше было жить. Я тоже имею в виду, что в каком-то смысле. А вот все остальное я не трогаю. Посмей мне только тронуть. Нет, я еще с ума не сошел. Теперь чудо из чудес, великая сила волшебства, перемещение людей во времени и пространстве. Глям, ваш верный помощник и друг ваш искренний до гроба. А мы кто? Вы господин Наим Мудрейший, Наисправедливейший, образец доброты, верный страж закона, наш судья. Все правильно.
А? Нет, не фальшивая. Я не знаю, видение то было или настоящий ад. Нет, мне там не так уж очень было плохо. Ведь судья, он везде судья. Но там у них есть кое-какие законы, особенно брачные. Скажите, преданнейший мой друг, сколько у меня жен? Только одна? Нет, вы, наверное, шутите. Такому почтенному человеку, как вы, не подобает иметь одну жену. Согласно закону шариата, у вас 4 жены, как и положено. А если соизволите развестись с ними, вы можете снова на 4 жениться. Очень хорошо. Это прекрасно. Сказать по правде, и меня самого, тоже, как и вас, посетило необычное видение. Будто бы в тех краях, где мы были, считают, что каждому мужчине одной жены вполне достаточно. Это несправедливо. Хватит про то время болтать. Слава богу, плохое имеет начало и конец. Ну где же это? Ну как оно называется? О чем это вы? Ну, ты... Не знаю. А? Да, господин. Молодост? Унеси блюдо, подай чай. Слушаюсь, мой господин. О чем мы с вами говорили до этого? Напомните-ка, о чем мы пошла речь? Мы говорили о красоте и прелестях Айхон, дочери покойного Инаята. Да-да-да-да-да-да-да. От одного ее взгляда сердце полелеет от страсти. Вай. Стоит ей только открыть лицо свое, и луна со стыда спешит скрыться в облаках. Да-да, вот именно. Это... Как мне помнится, мы говорили еще о чем-то. Ну, так, о пустяках. О пылинках, лежащих на вашем пути, вспоминать не стоит. Вы говорите яснее, яснее. На сегодняшний день, как мне известно, у вас 4 жены. И если помимо этого... Возьмете в жены Айхон, то завистники сразу скривят лица, словно от глотка уксуса. Милый, счастье сотвори, меня лаской одари. А не сделаешь свободной, так хоть в клетке забери. Ой, Надира, не пой! Сюда наш господин идет. Замолчи сейчас же. О, так вот почему, как не войду к тебе, все слышу твой плач. Клянусь Всевышним, сегодня же ночью я тебя заставлю поплатиться за мое терпение. Только посмейте войти ко мне. Я убью себя, и смерть моя ляжет проклятием на вашу голову. Благодарная тварь! Как можно? Позор! Позор! В моем доме! В присутствии меня ты чихнула? Тебе здесь больше не место! Идем! Идем! Эй, женщина! Согласно шариату,
при свидетеле Агляме объявляю тебе развод! 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 Ты мне больше не жена! Прочь моих глаз! Убирайся вон из моего дома! Вот так-то, дорогой мой. Это дело мы милостью Аллаха завершили. Теперь на нашем пути, к счастью, с луноликой Айхон не осталось ни пылинки. Если не считать, что на этом пути стоит ее муж, чеканщик Чупанали. Ну, договоритесь с ним, убедите, припугните его, заплатите ей, как обычно мы все это делаем. До меня дошли слухи, что этот чеканщик не очень-то сговорчивый человек. Да к тому же еще собственная честь для него превыше всего на свете. Поэтому я сомневаюсь, сумеет ли он оценить и принять то, что вы хотите ему предложить. Ах, похоже, эти голодранцы слишком возомнили о себе. Разве не мы являемся блюстителями чести всех людей? Разве не нам поручено блюсти ее? Блюсти! Воистину так. Воистину. Но тупица Чупан ничего не смыслит в законах. А он, говорят, человек вспыльчивый. И сгоряча может еще наделать столько бед. Нет, 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 этого нам не надо. Кстати, этот Чупан не племянник Майсары, и не он ли сын покойного Матгазы из Хисара, который завещал нам 20 золотых монет? А вам известно, что? Что говорит этот негодяй? Он нахально осмеливается утверждать, будто бы вы переписали завещание таким образом, что оно составлено в вашу пользу. Видно, этот Чупан родился в год свиньи. Я такого оскорбления никому не прощу. Место этому мерзавцу только в Зиндане. А если он попадет в Зиндан, тогда последнее препятствие на пути к луноликой Айхон будет устранено. Приходи, любовь моя. Без тебя мой рог жесток, а не то и сохну я, словно сорванный цветок. Joysam qaysi joyda istaboraman degan so'zlaring qoldi qayda istaboraman degan so'zlaring qoldi qayda Дождь с туманом уплыви, чтоб повторно не намок пастухом моей любви мне подаренный платок. Turmasin tufan yo'llaringa intizor so'lsin guling oyxon Rahim qil jonim cho'pon chiqib ketmasidan jon Shama keladi choyda choy ichsam qaysi joyda istab boraman degan so'zlaring qoldi qayda istab boraman degan so'zlaring qoldi qayda Где бы ни пила я чай, в нем чаинок кружит строй. Много ты не обещай, коли это звук пустой. Пока живы мы, Чупан, пожалей свою Айхон. А в это прекрасное утро такие мужчины, как я, у себя дома, еще в постелях нежатся, своих пышных жен крепко обнимают. Любят, не налюбятся. И горести не знают. А? Это с кем вы разговариваете? Кроме этой метлы, я тут никого не вижу. Это метла, моя верная подружка. Больше не с кем разговаривать. Мы вместе подметаем двор. Она, правда, поистрепалась вся, стерлась. Но ближе ее у меня никого больше нет. И что вы все время, молодост, жалуетесь на свою судьбу? Да, но видно, между устами таких бедняков, как я, и ушами Аллаха простер свое крыло злой Джибраил. Если бы Аллах услышал меня, как я ночами взываю к нему в своих молитвах, он не спасал бы мне в жены даже захудалую старушку. И я бы перед сном
с ней перекинулся словом. Нет, и не только словом, не только словом, молодос. Вы меняете жен, словно листаете страницы шариата. А мне бы хоть разок глянуть на прелести какой-нибудь уродины. Терпением, как говорится, из незрелого урюка халвы дождетесь. Терпите и молитесь, и вам жена найдется. Долго ждать. Тот урюк даже косточкой не лег еще в землю. А об урожае и говорить нечего. Да и возраст не тот. Не на базар, а с базара еду. Так и не познав супружеской ложи. Стойте. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. Слушаю. Но я решил помочь так. вам. Тем более и Аллаху это угодно. Так? Так вот, я сам найду вам жену. Что? Да продлит Аллах ваши дни, и на моем пути повстречался мне добрый человек. Однако, прежде надо выполнить одно условие. А я-то по своей глупости поверил каждому вашему слову. Вы правы, и шаг ни за что не сдвинется с места, если ему травы не дать. Говорите условия. Я готов стать верблюдом для вашего груза. Вы знаете Майсару, сестру покойного Мадгазы? Пусть она ко мне придет. Но только никто не должен знать об этом. Ради будущих ваших милостей я выполню ваши условия. А так не случится, я ваше дело исполню, а вы от меня отвернетесь, как тот ишак, которого выручили. Мое слово – это закон. Постойте, постойте. Почему, когда речь идет обо мне, я слышу «Ишак, Ишак»? Что вы этим хотите сказать? По-вашему, выходит, что я... Что вы, что вы? Как можно, господин? Недаром же в народе говорится, что язык без костей. Смотри у меня. Тетушка Майсара пришла. Ой, ты козочка моя, здравствуй. Ой, слава богу, что женщину обычай не заставляет мешок на голову надевать. Иначе бы задохнулась в такую жару. Добрый день, тетушка. Добрый день. Рада тебя видеть. Ну, как вы тут поживаете, мои Фархат и Ширин? Все никак не налюбуетесь друг на друга, а? Когда наш порог переступает ваша нога, праздник для нас. Спасибо, спасибо. Что хорошего и что плохого приготовила нам судьба. Итак, какие у нас новости? Рассказывай, рассказывай. Судья отказался выдать 20 золотых монет, завещанных моим отцом. Сказал, что оставит их в его пользу. Еще грозился за ложь привлечь меня по шариату к ответу. Разве от судей дождешься справедливости? Да, видно, пора мне самой войти в это дело. Ну что ж, Айхон, у тебя тесто не убежит. Конечно, убежит. Хорошо, если нужна моя помощь, скажи. Спасибо, я сама. Пересядь сюда. У меня к тебе очень серьезный разговор. Только об этом разговоре не должна знать Айхон, поэтому я дослала ее. До меня дошли, к сожалению, плохие вести. Боюсь, как бы нам не лишиться нашей Айхон. Что? Сиди, сиди, не горячись. Ты выслушай. Конь, который горячится до скачек, приходит последним. Я еще не все сказала. Дело в том, что городской судья зарится на нашу Айхон. Он вознамерился забрать ее в свой гарем. Но это же грех. Мы женаты с ней по закону. Закон? О каком законе ты говоришь? Закон написан для простых людей, вроде нас с тобой. А у них свои законы. То есть их желания. Нет. Разлучить меня с Айхон может только смерть. Но прежде я пощекочу своим кинжалом жирное брюхо нашего судьи. Вот, теперь я слышу голос мужчины, но все же слишком горячего. Дело не только в одном судье. На Айхон зарится его помощник, Адлям, и сын судьи Хидаят-хан. Для этого петушка и одна жена в тягость. И такой хочет испачкать наш цветок своим грязным носом. Эх. Почему у меня нет братьев, которые могут защитить мою честь? Но зато у тебя есть тетушка.
А ум у тетушки острее любого кинжала. И к тому же нельзя строить счастье на убийстве. Запомни, Чупан, самое сильное и верное оружие бедных людей – это ум и хитрость. Что я должен сделать? Пока надо подождать и во всем довериться мне. Пусть первыми сделает ход та сторона. Не прошло и 30 лет, как у вас я служу, и вот, наконец, вы меня жените. Большое спасибо. Стану молить святого Шахимардана, чтобы дал мне силу и смелость взойти на супружеское ложе. Позвольте мне узнать у вас имя той, кто будет мне усладой. Всему свое время. Придет срок, и я открою вам имя вашей будущей супруги. Но, молодост, прежде вы будете должны... Должен выполнить ваши условия. О, как это вы догадались, а? Когда столько лет служишь под сенью вашей мудрости, то частица ее и мне передается вашему слуге. Да, это правда, это правда. Так вот, молодост, найдите Майсару и приведите ее сюда. Ну, сестру покойного Мадгазе из Хисара, поняли? А, и вы хотите, чтобы все осталось в тайне? Видно, от нашей мудрости уж слишком мало вам досталось, глупец. Нет, мы ничего не прячем. То, что мы делаем строго по закону. Ваша правда. Но вот что удивительно. Что? Эти все законы совпадают с вашими желаниями. Что такое, молодость? Вы чем-то недовольны? Что вы, разве может овца быть недовольна палкой пастуха? Вы наш поводырь на том и на этом свете. Так. Мы ваше стадо, а вы вожак, козел старый. Что? Что ты сказал, нечестивец? Нет. Я ничего не сказал обидного. А тару всегда ведет козел. Самый мудрый, самый старый. Старым козлом потому и назвал вас. Перестань повторять это слово! Ваше желание для меня закон. Не хотите? С этой минуты козлом старым не буду вас... Убирайся отсюда! Ухожу! Ухожу! Волки останутся волками и в овечьей шкуре. Надо в оба глядеть, а то и сам испачкаешься в грязи. Молодос, с кем это вы разговариваете? Я не вижу рядом с вами ни одного человека. Странно такое слышать. А вы разве не человек? В каком смысле? Вы же рядом со мной стоите. Ну и что из этого? Видно, Хидеатхон, законы, которые вы изучаете, иссушили ваш мозг. У вас ко мне какое-нибудь дело есть? У меня? Вы угадали? Найдите мне... Женщину по имени Майсара и привезти к вам. Вы умница, мой дорогой. Она сестра покойного Мадгазы из Хисара. Это верно, соколик. И вы хотите, чтобы ни Аглям, ни ваш отец-судья об этом не знали? Невероятно. Когда я успел вам это сказать, милый? Я в ваших глазах это прочел. Они так выразительны. Вы правы. Все заглядываются на мои глаза. Не дают проходу. Все будет исполнено, как вы желаете. Верю вам, душечка. Что творится? И этот тупой развратник будет законы наши блюсти. Что творится? Вы не видели Майсару Ханум? Она недавно была здесь.
Я слышал, вы спрашивали, где Майсару увидеть. Да, вы знаете, где ее найти? Это зависит от того, какое у вас дело к ней, брат мой. Затаили зло, будет один ответ, пришли с добром другой. К этой женщине благоволит Аллах, и мы, смертные, в обиду ее не дадим. Что спросить незрячего, когда ему не виден мир? Возьмите мой платок, может, за него лепешку дадут. О, Боже, прозрел! Человек, который отдает последнее зла, не держит в своем сердце. Возле лавки горшечника Юлчи вы найдете, Майсару. Спасибо. Подайте милостыню. Подайте милостыню. Так вот, не хочешь отдать по-хорошему? Пошли к судье. Пусть он рассудит нас. Не гневайтесь, не губите меня. Идем. Махмутхан, пожалейте моих детей, они с голоду помру. Идем. Идет. Не повезло, Юлчи. Еще не было случая, чтобы судья принял сторону бедняка. Судья смотрит не в шариат, а что в руке. А у горшечника на ладонях только мозоли одни. Идет. Майсара! Майсара! Хоть вы заступитесь за меня перед Махмудханом! Замолвите словечко! Майсара! Майсара, говори! Говори, Майсара! Конечно, недостойной женщине не пристало вмешиваться в мужской разговор. Но, может быть, я смогу рассудить вас. Ну ладно, послушаем твою болтовню, только немедли. Я спешу. У меня нет времени. Вы сказали, уважаемый, что глину, из которой сделаны эти горшки, вы дали Юлчи в долг. Да, верно. И он должен вернуть вам долг после того, как продаст свою работу. Конечно. А сейчас вы хотите получить свои деньги, не так ли? Воистину так. Но я еще ничего не успел продать. Как я могу вернуть ему деньги? Не можешь отдать деньги, отдай мою глину. Глина моя или нет? Но ваша глина уже горшками стала. Все дни от зари до зари, не зная покоя, я над ними трудился. Ничего не знаю, я требую свое, мне чужого не надо. Устами Махмудхана говорит истина. Глина-то его, Юлчи. Никогда не думал, что женщина может быть так справедлива. Как вы все слышали, Махмудхан ничего лишнего не требует. Ему, он говорит, ничего чужого не надо. Он хочет только забрать свою глину. Не так ли, уважаемый? Именно, именно. Да, не зря говорят. Майсара мудрая женщина. Недаром во все круги идет о вас слава. Я в долгу не останусь, поверьте. Эй, Хабибула, давай грузи горшки. Не спешите, уважаемый, не спешите. Скажите, в вашей глине, которую вы дали горшечнику, был вот такой звон? Ты что, Майсара, насмехаться надо мной вздумала? Слыхано ли такое? Чтобы в глине был звон. Для того, чтобы глина смогла давать звон, надо прежде горшок вылепить и обжечь его. Даже ребенку об этом известно. В таком случае, уважаемый Махмудхан, вы можете забрать свою глину только после того, если сумеете отделить от нее этот звон. Ведь вам ничего чужого не надо. Вы же сами так сказали. Махмудхан! Забирай свою глину! Оставь нам звон! Мушфик анам, кызым, яшку, дедилер. Янгаларым, калам, кашту, дедилер. Джохил атам, калын, керек, калын, деп. Qalın bergen qarindoshku dedilar. Sopol tovoq jo'r bo'ladi, taka taka tum tum tak. Uni chaqsang zo'r bo'ladi, taka taka tum tum tak. Maysarani bilmaganning taka taka tum tum tak. Besh
Всем матушка твердила, что дочь еще мала. К тому же говорила, ах, как она мила. А злой отец в ответ твердит все, ну и что ж, кто даст Колым мне больше, тот хорош. Но подлецов управу я найду, мой честный хлеб пред всеми на виду. В делах людских, чье горе тяжкий груз, я как портной умело разберусь. Удивительное дело. Какая нужда возникла во мне, простой женщине, сразу у троих таких уважаемых людей? Не знаю, клянусь Всевышним. Я передаю приглашение Агляма, судьи и его сына. Но не только троих, и четвертого. Кто же этот четвертый? Он стоит перед вами, ваш верный раб Молодост. Я бедный человек, да и к тому же у меня нет крыши над головой. Услышать от вас ласковое слово, и нет предела моему счастью. Бедность не порок, лишь бы сердце было доброе. А разве вы не знаете, что женщине грешно с посторонним мужчиной разговаривать? Воистину, красота ваша соперница вашей мудрости. А вот что касается греха, то простите. Видит Бог, у меня ничего непристойного на уме не было. Быть с вами всю жизнь, вот моя мечта. Выходите за меня замуж. Ой. Не отвергайте горемыку молодоста. Ах, вот как. Такие слова. И так сразу. Эх, не везет тебе, молодост. Видно, одиночество твой удел. Ну, хорошо. Я подумаю над вашими словами и, может быть, дам ответ. Радуйся, молодост! Близок день твоего счастья! Soppa boshman, oyog'ingda yotgan toshman, qachongacha yuray jonim, ko'zlarimda jipqa yoshman ey. Maysara, maysara, maysara jon, jannat guli, maysara jon, olam guli, maysara jon, olam guli, maysara jon, bu dunyoning sen yechmagan yo'qmish guli, maysara jon. Maysarajon, maysarajon. Deylar olam quruq quruq, mulla do'stning omadi yo'q. Ko'rma omad, ko'rmasa hey, shinab tursa shunday quruq. Maysara, maysara, maysarajon. Jannat guli, maysarajon. Olam guli, maysarajon. Olam guli, maysarajon. Dunyoning sen yechmagan yo'qmish guli maysarajon. Maysarajon, maysarajon. Mulla do'st ya, melki soshka. Я для ног твоих дорожка, но когда же повернется ко мне счастье хоть немножко? Райский свет ты, Майсараджан, Божий след ты, Майсараджан, и тебе одной подвластны все секреты, Майсараджан. Майсара, майсара, майсарачон, джаннат гулы, майсарачон, олам гулы, майсарачон, олам гулы, майсарачон, бу дуньоның сен ечмеген, жоқмыш гулы, майсарачон. Майсарачон, майсарачон. Ой, Всевышний, зачем ты так? Зло пошутил. Чем тебе не угодил, молодост? Смилуйся. Ой, разве не мог
хотя бы до свадьбы подождать, чтобы взошел я как человек на свое супружеское ложе, а не калекой. Но, дорогая моя сара, где и когда вы хотите устроить встречу? Ой, боюсь, мне трудно будет это сделать. Ведь Айхон очень порядочная женщина. И такие дела ей не в привычку. Да, не знаю, согласится ли она на мое предложение. Ну, говорите, ради нашего удовольствия мы ничего не пожалеем. Вы предложите ей от моего имени подарок щедрый. Что вы, уважаемый, если я так прямо скажу о подарке? Она может обидеться, и все наше дело расстроится. Да, нет, мне кажется, ничего у нас не получится. Любезнейшая моя сара, не лишайте меня надежды. А если я все же попытаюсь... Да, продолжайте. Нет, нет, не согласится. А может быть, если я... Говорите же, говорите! А если я скажу ей, что вы отдадите 20 золотых, которые завещал Манкасы? Но он их завещал мне. На это есть доказательства, есть бумага. Уважаемый, я вам верю. Разве кто-нибудь осмелится сказать, что вы подделали завещание? Вы просто скажете, что вы отказываетесь от этих денег в пользу Чупана, то есть мужа Айхон. А вот тогда она поймет всю тонкость вашего благородного поступка и согласится встретиться с вами. Это хорошо. Это очень хорошо. Ну, где и когда мы увидим Айхон? О, какой вы нетерпеливый. Ой-ой-ой. Завтра. Завтра ее муж уезжает по своим делам. Как только он выйдет из дома, я дам вам знать. Господин судья, приятность этого дела с лихвой превысит все ваши ожидания. Майсара ханум? Да. Ваше лицо мне очень знакомо. Не встречались ли мы раньше? Нет, господин судья. Нет. Но позже непременно с вами встретимся. Упрячем Чупана в зиндан и вернем себе 20 золотых за его освобождение. И удовольствие получим, и деньги при нас останутся. Тетушка Майсара. Надира? Тише. Тетушка Майсара, я слышала ваш разговор с судьей. Не верьте ему. Ни за что не верьте. Сегодня утром он отдал указ Агляму о заточении Чупана в тюрьму. Ах так. Какой негодяй. Решил провести меня. А я-то все думаю, почему он так быстро согласился на мое предложение. Ну что ж, посмотрим, кто кого перехитрит. Спасибо за эту весть. Скажи, я чем-нибудь могу тебе помочь? Ой, тетушка Майсара, спасите меня. Вытащите меня из этой клетки. Освободите от этого ненавистного замужества. Я против своей воли была разлучена с Тахиром. Жизни для вас не пожалею. Ближе родной матери станете для нас. Хорошо, Надира. Я сделаю так, что судья сам даст тебе развод. Обещаю. Правда? Что с вами, уважаемый Муладос? Вот невезение. Застать меня в таком глупом положении. Да я тут как будто чего-то потерял. Что? Хай, айленайн Муладос. Ай ты, ми йокоттин гис? Куп нас йокоттин. Бунги етмас аст сус. Умрым бойы езнайма. Сергер бір тош бір. Ул гахы бар, гахы йок. Дамы салы, куяшты. Мейсара джон амад.
o'sha o'lgir yub hamon shundan igiktir qomat shundan ishlar notamon shundan uni deydilar hatto qotir jamoshu shunday somon deydilar shundan yurishmaydi oh yore hauzim o'rgida я так много потерял слов не хватит рассказать. Тщетно я всю жизнь искал тот волшебный камень-ключ, что как солнечный оскал мне не виден из-за туч. Күлләр шундай азап еп, күлләр чырак якыпсыз, шунча еллар алмат деп, ят ишекләр какыпсыз. Уны тапмак көп мүшкіл, лекин янгина кездән, Çelgen bir gül, kutlu tangin engizde. Hey, yarey. Uzun aylana, aylana. Daha çünde iken o, yonginamda yatoba. Yonginamda iken o, yonginamda yatoba. Uning bir karashida, tilga kiradi gün ham. Uning soch tarashida, qo'shiq aytadi mung ham. Ey, yorey, auzim o'rgilayin. Сколько тягостных ночей вы не спали, милый друг, в долгих поисках ключей, что вели вас в счастье круг. Может, я сейчас во сне? Или ослышался я, ах, счастье вовсе не во мне, в ваших ласковых глазах. Я подумала, что судьбу нам не стоит торопить. Может быть, вы завтра соизволите посетить меня в доме моего племянника Чупана? С превеликим удовольствием. Ближе к вечеру. Хорошо? Непременно. Вот там мы обсудим ваше предложение. Прекрасно. Вот невезение. Молодость, а? Что с вами такое? Да я вот, ой, тень на стене измеряю. Тень на стене? А какая в этом нужда? Наш судья, да благословенна будет его доброта, хочет пожаловать мне на свадьбу тень от своего дувала. Вот я и решил измерить свое богатство. Вы все шутите, молодость. А я подошел, чтобы сообщить вам очень приятное известие. Какое? Только что одна женщина дала, наконец, согласие выйти за вас замуж. Как видите, я сдержал свое обещание. Умоляю вас, не спешите сообщать, кто она. От радости боюсь умереть, услышав имя моей будущей супруги. Вот возьми два золотых. Это я припасла на черный день. Завтра с утра ты должен уйти из дома. По пути кого только не встретишь, всем говори, что уезжаешь из нашего города на несколько дней. Ой, тетушка, тетушка, что вы задумали, а? Обо всем узнаешь потом. Если очень ты устал и хвораешь ты давно, если телом слаб и стар, исцеление есть одно. В баню ты сходи, дух свой баней возроди. О, Юсуф! Эй, Юсуф! Уважаемый молодост, к вашим услугам. Чего изволите? Делай, что хочешь. Но чтобы после бани я вышел прямой и легкий, как посох Сулеймана. Не беспокойтесь. Завтра у меня свидание с моей любимой. Я хочу предстать пред ее очами
не кривым коромыслом, а стройным тополем. Ой! Не беспокойтесь, уважаемый молодост, не беспокойтесь. Ко мне старыми клячами приходят, а резвыми жеребцами уходят. Если все это так, да, это было бы очень кстати. Только вам придется потерпеть немного. Ради будущего счастья я готов выдержать любую пытку. Юсуф, ложитесь, пожалуйста. Как бы я ни умолял вас не мучить меня, вот, не обращайте внимания, поудобнее. Делайте свое прямо, дело. Прямо. Ой, так. Ой, хорошо. Ой, ой, ой. Ой, полегче, ну, полегче, ну. Ну, сломаешь руку. Отпусти, отпусти, ну. Ой, да разве можно так? Ой, ой, умираю, ой. Ой, 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 помогите, зачем замучил? Отпусти, отпусти, ой, ой, дьявол, безжалостный, раздавишь меня, раздавишь, спасите, ой, спасите, все переломал, ой, 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 все, конец мне, ой, ой, умираю. Простите, пожалуйста. А так. Ну вот и все. Молодост. 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 Слава Аллаху, я свое дело сделал. Вставайте. Юсуф. Да. На каком свете я? На том или на этом? Я живой или мертв? Живой. Если бы вы были на том свете, перед вами были бы райские гурии, а не я. На мне нет ни одного живого места. Поэтому будет лучше, если ты сразу отнесешь меня на кладбище. Ну, в таком случае начнем все сначала. Что? Нет! Нет, нет, нет! Эй, хвала тебе, Юсуф. Да ты снова сделал из меня человека. Ну, держись теперь, Майсара. Наконец-то ты узнаешь, каков молодост. После свадьбы неделю из дома не выпущу. И сон, и молитвы. Все пойдет к дьяволу. Отец. Во имя Аллаха. Чем дело? Во имя Аллаха. Во имя Аллаха. Во имя Аллаха. Ой. Верно сказано, что ключи от всех тайн в голове у нас. Кто там? Воистину, нет предела совершенству нашему. Где же это проклятое завещание покойного Мадгазы? Неужели отец его перепрятал в другое место? Вот. Вот оно. Теперь красавица Айхон в моих объятиях. Ах да. Что такое? Проклятие! Если отец застанет меня здесь, он убьет меня. Отец! Отец мой пропал! Вы здесь?
Хидаятхан, что вы здесь делаете? Как что, не видите? Отдыхаю. Младост, не могли бы вы мне принести немножечко воды? У меня что-то в горле пересохло. Сию минуту. Пожалуйста. Что-то жажда моя не утолилась. Да. Сейчас еще принесу. Пожалуйста. Надеюсь, теперь вы утолили свою жажду. Нет. Еще, еще, еще. Вода. Чтоб ты больше не произносил при мне это слово «вода». Мне приходится уйти. Безнадежен этот путь. Ты, любимая, прости. Твой удел отныне грусть. Облик твой со мной всегда, а разлука не беда. Лишь бы мог я твердо знать, что меня ты будешь ждать.
Сандни, я бы тоже. Хам асырмин, кялеты кялла. Гудын яуда хамма ора. Гудын яуда хамма ора. Хидоят хам баракалла. Балла кялла, балла салла. Балла 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 кялла. Балла салла, балла кялла. Балла 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 салла. Прав, конечно, Насреддин. Ключ к секретам в голова. Все мы воры как один. Честность только на словах. Ай, чем больно ищи кокан. Чумчумзан, падалана. Больше дойят, чакон, чакон. Больше дойят, ауа хидойят. Ома бизге бокса шоят. Баллы кялла, баллы салла. Баллы, 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 баллы кялла. Баллы салла, баллы кялла. Баллы, 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 баллы салла. Кто же там в дверях стучит? Хидоят, поспеши, не будь ослом. Тебе на редкость повезло, ой, хон твоя. Ой, хон твоя. Балле кялла, балле салла, балле 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 кялла, балле салла, балле кялла, балле 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 кялла. И как только люди увидят дым, чтобы они сразу бежали сюда, ты понял? Ай, май сараха, давай, вот я. Кучкар, король нищих, всегда считал себя самым хитрым. Но куда мне до вашей хитрости в этом деле, я ребенок? Давай, иди. Ничего не забудь. Тетушка Майсара. Тетушка Майсара, я сделала все, как вы мне сказали. Траву свежую накосила, сложила в корзину. Ага. Хворост тоже принесла. Умница. Мне еще что-нибудь сделать? Нет, нет, больше ничего не надо делать. Ой, теперь все остальное в божьих руках. И, конечно, немножко в моих. А? Надира! Надира! Ой. Слава Аллаху! А я так боялась, что тебе не удастся убежать от них. Я чуть не умерла от страха. Если бы заподозрили что-нибудь, забили бы до смерти. Пусть эти страхи будут самыми последними в твоей жизни. Зайди в дом. Чует мое сердце, что ты останешься очень довольна. Иди. Тахир, ты что стоишь, а? Надира, любимая. Тахир. Уйда келин иглайди, аяк болдым де. Яр, яр, аяк болдым. А, вот он, сухой рык. А мы вас заждались, господин мой. Даже у стен есть уши. Господин мой, нам нечего стыдиться. Господин судья посетил своих слуг. Есть ли в этом что-нибудь плохое? Ну, так-то оно так. Но вы же знаете, я посетил с известной целью. Ну, где же наша красавица? Ой, услада наших очей. Ой, какой вы нетерпеливый. Вы лучше мне скажите, вы принесли деньги, Мадгасы? Что-что? Деньги, которые он завещал. А. О, да, конечно. Слово судьи – закон. Ну, давайте, давайте. Про
прошу вас, мой Сарахон. Так, 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 так. Ну, к чему этот счет? Вы оскорбляете меня своим недоверием, мой Сарахон. Господин судья, здесь 19 монет. Что-что? 19. А? Одной не хватает. Не может быть. Сейчас. Видно, один золотой выпал в карман. Неужели? Располагайтесь, господин мой. Прошу вас, располагайтесь. Милый Айхон, я так стремился к тебе. Но покажи свое лицо, Айхон, дорогая. Да пустите же! Фу, какой вы нетерпеливый! Чтоб... Чуть под нос не перевернул. Фу, чтоб тебе, женщина! Ну что я сюда пришел? Чай пить! Ой, не возмущайтесь, господин мой. Вам еще придется немного подождать. Наберитесь терпения. Вы понимаете, она там прихорашивается. Хочет предстать перед вами во всей своей красе. Вы уж, пожалуйста, извините да? Да, господин. Ну, хорошо, если так, то можно немножко и подождать. Какой вы темпераментный. Кто это? Кто? Кто стучится? Не знаю. Кто там? Ее муж. Я узнала его по стоку. Ну, я же видел собственными глазами, как он уехал из города. Уехал? Но, может, там что-то у него в дороге случилось? Ну, откуда мне знать? Теперь мы погибли, он перережет нас. Зачем вы пришли? Женщина! Ну, спрячься меня куда-нибудь. Куда? Ой, подождите, не туда же. Вдруг он к своей жене пойдет, видит вас, и тогда позволит убежать. Вставайте же! Ну, вставайте, вам говорят! Ее муж сейчас войдет и убьет нас! Спрячь меня! Некуда! Он тут же обыщет весь дом! Помогите же! Он хочет вас спрятать! Куда? Подождите, а что, если я вас заверну вот в этот ковер? Ну? Это не унизит ваше достоинство? О каком достоинстве тут говорить, когда ну, на хорошо, пороге ложите. Смерть? Как? Ложите как скорее! Ложить? Да, боже мой, не то ну, же! Как ложиться? Ложитесь с ним вдоль и поперек. Какой вы непонятливый. Повернитесь на спину, так, лицом кверху. Возьмите так, за край ковра, а теперь крутитесь. Вот и второй Боров полакомиться пошел. Видно, мне придется помочь ему. Ой. Что это? Отрастил себе курдюк, что даже ворых с трудом пролез. Это, наверное, нога Всевышнего помогла мне. Во имя Аллаха. О, это вы. Проходите, проходите. Мы рады вам, уважаемый. О, вай, 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 вай. Какой вы нарядный. Вы сегодня неотразимый. А мы заждались вас. Ой, уважаемый Сараханум, вы не представляете, как истомилась моя душа в предвкушении свидания с красавицей Айхон. И в то же время от страха мое сердце чуть не выскочило из груди. Ой, бедняжка. Вот так. Скажите мне, а вы принесли завещание Мадгазы? А? Завещание Мадгазы. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. А где красавица Айхон, обещанная взамен на завещание? А? Ее я к вам приведу.
сейчас увидите ее. Что? Беда. Племянник. Племянник вернулся. Спрячьте! Спрячьте меня! Боже! Куда же вас прячьте? Вас куда не приложу. Только спасите! Спасите, делайте что хотите! Спрячьте меня! Куда? Если это дело откроется, отец, будь он проклят, он убьет меня! Да перестаньте же! Что, если я накину на вас шкуру вот этого ишака? Накидывайте. Хорошо. В таком случае лезьте. Вот. Теперь прячьтесь. Так. Скажите, а я похож хоть немного на ишака? Из всех ишаков на свете вы самый настоящий. Скорее прячьтесь. Так, постойте. Поднимите зад. О, вот теперь вы действительно настоящий ишак. Все, все, дети мои, звери в клетке, скорее даже в капкане. А Глям принес тот указ, по которому должна арестовать Чупана? Все, все здесь. И указ, и завещание, и деньги. А теперь все поднимайтесь и пошли скорее за мной. Быстрее, пошли. А что делает здесь этот ишак? Кто впустил его в дом? Племянник мой, это не ишак, это ослица. И непростая, ученая. Вы посмотрите, как она сейчас будет слушаться меня. А ну-ка, ослица, подай голос. А то тут кое-кто сомневается, что ты ученая. Действительно ученая. А что, если мы эту ослицу случим с нашим ишаком? Может быть, и дети у них будут такими же учеными. Смотрите, смотрите, какое блудливое животное. Лишь при одном упоминании ишака, как оно затряслось. Кто принес в этот дом этот пыльный ковер? Племянник, ты сказал, что он пыльный? Смотри, вот, ни одной пылинки. И правда, ни одной пылинки. Чупан прав, ковер пыльный. Ну, мой любимый, где же ты видишь здесь пыль? Вот, смотри, ни одной пылинки. Вот! Ой, ой, вот. Остановись! Остановись! Да ты весь мой ковер испортишь! Ой, тетушка, если бы не ваша воля, я бы из этой старой тряпки пыль бы до утра выбивала. Ой, ой, что-то дымом запахло! Горим! Пожар! Горим! Пойдемте, горим! Кто-то наш дом поджег! О, боже, дом подожгли! Горим! Идем, тетушка. Поджигайте костры. Сейчас. Быстрее, быстрее. Так, хорошо. Там еще один костер. Давай быстрее. Бежим. О, наш всемогущий, спаси и помилуй меня, твоего раба. Сгинь, дьявол, сгинь прочь. Суф, 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 суф. Аглям. Хидаякхан! Ты. Думаете, вы одни? Нет! Я тоже!
Что это? Отец! Негодяй! Будьте вы прокляты! Хотели мне перебежать дорогу. Ах, мерзавцы! Вот вы какие люди, оказывается. А? Ну? Отец! Отец, простите! С тобой я дома разберусь! Я не буду! Нет, я узнал твое истинное лицо! А! Горим! Что? Горим! Пожар! Убирайся! Пустите! Прочь с дороги! Для нашего государства я важнее, чем вы! Я тоже хочу жить! Это ты! Ты во всем виноват! Ты говорил, что на моем пути не будет ни одной пылинки! Какие у вас пожелания? Вы мне даруете свободу? Я отрекаюсь от тебя перед всем народом! Ты мне больше не жена! Не жена! А я заканчиваю. Меня. Теперь они не отмоются от вас. Молодец, мой сын. Стойте, за нами кто-то едет. Нас преследуют. Погодите. Да это же Муладос. Скажите нам, уважаемый, куда вы так спешите? По велению моего сердца спешу на свидание к несравненной Майсаре. Ко мне спешите? Вы пригласили меня в гости. А как посмотрит на это достопочтенный судья, ваш господин? О, прекраснейшая из женщин! Теперь вы моя повелительница, а я ваш покорнейший раб. Позвольте предложить вам пересесть на моего осла. Этого ближайшего родственника по уму нашим правителям и держателям законов. Я не знаю, это видение было ли настоящее одно. Раньше хуже было, чем сейчас. Да, вы абсолютно правы. Как только мы могли подумать, что раньше будто бы лучше жили. Да, благодарю вас за гостеприимство. Хорошо посидели, все было превосходно. Но вот то, что привиделось... Забудь про это. Как будто ничего не было. Жизнь прекрасна. Нам некогда ждать от нее милости, и наша с тобой задача... Взять их у нее, а? Что такое? О, уважаемый судья Казиев. Что опять? Помните, я обещала встретиться с вами. Свое слово сдержала. Сгинь прочь, нечистая сила. Я не верю в привидение. Да, ты да. Меня не испугаешь. И меня тоже. Нет. Пока существует зло, и такие, как вы, властолюбцы, мы никуда не исчезнем. Вперед! Что происходит? Я ничего не понимаю. А вы